і вітання усім глядачам нашого телеканалу. В ефірі програма «Спорт» та я, її ведуча Крістіна Брігіда. Хокейний клуб «Кременчук» – чемпіон української хокейної ліги сезону 19-20 років. Фінальна серія ігор між Кременчуком та Донбасом видалася цікавою. Боротьба за чемпіонство тривала максимально довго. Вболівальники побачили усі можливі 7 ігор. Суперники матч від матчу зрівнювали рахунок у серії, причому і в однієї, і в іншої команди вигравати вдавалося на виїзді. Вирішальний матч відбувся у Кременчуці. Тут вже кращими були саме господарі. В овертаймі з рахунком 3-2 переміг Кременчук. Вперше у своїй історії хокейний клуб з Полтавщини став чемпіоном української хокейної ліги. Ворскла перемогла «Олімпік» у матчі 6-го туру чемпіонату України з футболу. Гра відбулася у Києві. Полтавці через спалах коронавірусу поїхали на цей матч без головного тренера та кількох основних гравців. На тренерському містку цього дня був Сергій Долганський. І навіть за таких умов ворскляни змогли перемогти донеччан з рахунком 0-1. Гол у ворота «Олімпіка» забив Владислав Кулач. Матч 7-го туру УПЛ «Ворскла-Шахтар» відбудеться у Києві. Про це повідомляє прес-служба УПЛ. Команди зіграють на НТК імені Баннікова. Номінальним господарем буде «Шахтар». А матч 20-го туру у другому колі, який мав стати для Ворскли виїзним, відбудеться у Полтаві на стадіоні імені Бутовського за умови належної санітарно-епідемічної ситуації в місті Полтава на дату проведення матчу. А от матч команд «Ворскла» і «Шахтар» категорії U21 цієї п'ятниці відбувся у Полтаві. Перемогу здобули Полтавці. Микита Татарков пройшов по правому флангу, віддав передачу в центр. Олег Власов не схибив і влучно поцілив у ворота «Шахтаря». Підсумковий рахунок у матчі – 1-0. СК «Полтава» продовжує боротьбу у Кубку Полтавщини з футболу. У другому півфінальному матчі містяни грали проти «Колоса» з Великих Сорочинців. Полтавці мінімально перемогли своїх суперників 0-1. Єдиний гол у цьому матчі забив Роман Кірпіченко. ВК «Полтавчанка» у Тернополі провів четвертий тур Суперліги чемпіонату України з волейболу серед жінок. У першому матчі «Полтавки» зустрілися з Поліссям. Команда Анатолія Воліченка та Олександра Кириленка поступилася житомирянкам 3-0. У другому матчі «Полтавчанка» протистояла галичанці. «Полтавки» дали бій тернопільській команді, але в результаті зустрічі програли за партіями 2-3. АСК «Радіус» стартував у другій лізі чемпіонату України з волейболу серед чоловіків. У першому турі він зіграв з київським «Нейтротреком» та командою «Бердянськ ПДПУ». Полтавці виграли у киян 3-1. Представникам «Бердянську» поступилися 3-2. Минулими вихідними у Чернігові відбувся чемпіонат України з плавання у категорії «Мастерс». Про успіхи полтавських спортсменів на цих змаганнях сьогодні поговоримо у нашій студії. Гість програми «Спорт» – представник клубу «Скажені карасі» Денис Бичков. Вітаю вас у нашій студії. Давайте розпочнемо нашу розмову з того, скільки спортсменів від Полтавської області поїхали на ці змагання і взагалі як відбувалися змагання. От нашей области и в целом от нашего клуба, наш клуб называется «Скажени караси», который представляет интересы Полтавской области. Ну и, в принципе, у нас есть также представители из других городов. Вот. Но в целом большая часть членов команды живут в Полтавской области. На этих соревнованиях участвовало 11 человек. В целом в нашем клубе состоят порядка 50 человек, но по разным причинам не все смогли участвовать. Вот. Категория «Мастерс». Кто входит до этой категории? Все спортсмены, достигшие возраста 25 лет и до 90, до 100, до бесконечности. То есть наименьшие участники в этой категории 25-летние, так? Да, да. И далее по 5 лет додается. Да, так? Потом категория идет категория своя возрастная, и каждая категория идет, получается, шаг 5 лет. 25-29, 30-34 и так далее. И в своей категории каждый занимает определенные места, показывает определенные результаты, также набирает определенное количество очков, потому что, например, более взрослый спортсмен может проплыть медленнее, чем более молодой, но при этом набрать больше очков и таким образом занять призовое место по очкам, чем более молодой. На каких дистанциях відбувалися змагання у Чернігові? На всех дистанциях, которые предусмотрены регламентом ФИНА, это Международная федерация плавания, то есть все дистанции были.
В этом Наикоротшая году, дистанция? Да, самая короткая дистанция — это 50 метров по всем четырем стилям проходила. И самая длинная дистанция, она вот за последние, по-моему, 5 лет в Украине проводилась впервые, это 1500 метров. 1,5 километра вольным стилем было. До этого в основном проводилось 800 метров. Вот. Полтавські спортсмени на яких дистанціях були представлені і які медалі маємо? В этом году на всех дистанциях, которые были предложены на соревнованиях, все наши участники поучаствовали во всех дистанциях. Кто-то там проплывал 3-4 заплыва, участвовал в 3-4 программах. Ну, я лично, например, в 7 принял участие. Расскажите про ваши урожай медалей. Я из 7 заплывов, в которых участвовал, в 4 занял первое место в своей категории и в 3 второе место. Хотелось краще результат, от, не друге місце, а перше. Ну, на самом деле, сами соревнования — это уже был такой большой праздник для нас, для всех, учитывая условия карантина и сложность вообще проведения соревнований. То по большому счету хотелось просто на них попасть, и это было для нас, ну, для всех участников это большой был праздник, и всем было приятно просто выехать и проплыть. Ну и, конечно же, если еще результат показал неплохой, то это хорошо. Як виступили загалом полтавські спортсмени, які маємо медалі? Всего участвовало, получается, в чемпионате 19 команд. Мы заняли 4 место в общем зачете по очкам. Опять же, количество участников у нас было 11. Команды, которые заняли 1, 2, 3, там было намного больше участников. Поэтому если мы там еще 2-3 участника у нас могло бы принять участие, то мы бы, возможно, заняли 2 место или 3. Вот. Но, тем не менее, даже при этом у нас один участник, Коля Климко, он поставил рекорд Украины на дистанции 50 метров баттерфляем. Тоже, в принципе, для команды это очень хорошо, и достаточно большое количество очков набрал. А загальний результат команды, как оцениваете? В порівнянні, можливо, с минулим роком, с минулими змаганнями? Достаточно хороший результат, на самом деле. Я же говорю, что, в принципе, если бы было большее количество людей, то мы бы завоевали призовое место в командах среди 19 команд, которые приняли, то, в принципе, хорошо. Не все проплыли лучшие свои времена по сравнению с предыдущими годами, но, опять же, учитывая, что подготовки практически, ну, было очень мало. Перерва была, так, у тренировки? Да, кто-то там неделю тренировался, кто-то, ну, я там 3 недели тренировался, то есть достаточно тяжело сейчас найти условия, летом вообще только на речке, например. То, в принципе, в тех условиях, в которых мы тренировались, и те результаты, которые показали, они достаточно хорошие. Расскажите, будь ласка, про себя. Як давно вы занимаетесь плаванием? Як потрапили до клубу «Скажені карасі»? Я в плавании с 88 года, со 2 класса плавал достаточно много, порядка 8-9 лет я плавал, занимался профессионально. Потом был такой большой перерыв. В 2016 году случайно там, ну, мой тренер, бывший, Татьяна Ивановна Демус, она сказала, что проводятся соревнования в Полтаве вот в такой-то категории, ну, в мастерс. Я не знал вообще, что это такое. А это как бы категория, которая подразумевает участие ветеранов, кто когда-то занимался плаванием. Хотя, в принципе, в этих соревнованиях может принимать любой человек. Аматоры такое. Да, аматоры, просто люди, которые хотят там начать плавать и, да, хочет показать, да, как, да, они заработали. И в 2016 году принял участие в соревнованиях самостоятельно, потом увидел, что есть, оказывается, клубы, и у нас в Полтаве хороший клуб, и вступил в ряды нашего клуба «Скажені карасі», и по сегодняшний день принимаю участие во всех соревнованиях. Также мы принимаем участие в международных соревнованиях, чемпионатах мира, чемпионатах Европы, которые проводятся регулярно. Ну, за исключением этого года, вот в этом году был отменен в связи с коронавирусом этот чемпионат. Ну а так, в принципе, очень интересно и подбадривает, стимулирует, потому что такие соревнования большие, они всегда позитивно сказываются в общем. У вас есть какая-то корона дистанция, на яку вы любите проплывать наибольше? Вот сейчас для себя я ищу что-то новое. В принципе, с детства плавал на спине. Это как бы, ну, лучшие результаты я там показывал. Но каждый год я ищу, стараюсь для себя открывать какие-то новые возможности, новые грани. То есть вот в этом году, например, я
участвовал, вот, принимал участие на дистанции 1500 метров вольным стилем. Тоже впервые я плыл на соревнованиях, то, ну, как для себя тоже хороший результат показал. Также 400 метров комплексом тоже. Это была впервые для меня дистанция. Я к ней так... Самый стиль такой новый для вас, так? Ну, как бы, если говорить за вольный стиль, он не новый. Мы, в принципе, все плаваем одинаково стилями, но на соревнованиях для того, чтобы проплыть, нужно, в принципе, готовиться к таким стилям. Ну, вот для меня это было в новинку, потому что в основном я плавал на спине, вот, а здесь решил попробовать на таких дистанциях и, ну, для себя, в принципе, уже открыл какие-то, поставил новые такие значения, от которых уже можно отталкиваться и дальше идти в следующем году уже улучшать результаты на этих дистанциях. В цьому році ще плануєте якісь змагання, чи у зв'язку з коронавірусом трішечки вони призупинені, перенесені на наступний рік? Ну, на данный момент, то, что даже на соревнованиях, когда мы были, то были объявлены соревнования, возможно, могут быть соревнования в Тернополе, возможно, планируются соревнования в Броварах, Киев Опен, такие соревнования ежегодно проходят. То есть уже есть анонсы, но если ситуация не усугубится с коронавирусом, то они могут пройти. Ну, в принципе, также по всему миру проходят соревнования в чемпионатах Европы, там в Польше, в Латвии. Если там тоже откроются бассейны, то могут еще до конца года, там есть какой-то определенный график, то могут быть еще соревнования такие международные. Давайте на останок нашей розмови побажайте нашим телеглядачам, чому потрібно займатися плаванням. От розкажіть, наведіть вагомі такі аргументи, чому потрібно приходити у плавання і займатися цим видом спорту. Ну, пожалуй, начнем с того, что там научно, да, доказано, что все мы вышли из воды. Также плавание – уникальный вид спорта в том, что нагрузки происходят горизонтально. В основном все виды спорта нагрузки происходят вертикально, то в плавании горизонтально они не нагружают позвоночник. Это один из самых безопасных видов спорта. Также... Корисно для здоров'я, напевно, так? Конечно, конечно. Ну, это для меня вода, она как бы вот даже после работы, например, да, то есть когда я прихожу там с работы, у меня напряженный день был какой-то, если я там после тренировки поплавал, то замечательно себя чувствуешь, как заново родился. То есть вода, она всегда забирает многое, ну и в целом, опять же, самый менее травматичный вид спорта и полезен для всех. И начиная там с 6 лет, как правило, начинают тренироваться, и до любого возраста. Дякую вам дуже за нашу сьогоднішню розмову, а нашим телеглядачам я нагадую, що сьогодні гостем програми «Спорт» був представник клубу «Скажені карасі» Денис Бичков, а ми переходимо до інших тем. Марина Полапа, чемпіонка світу у розділі «Фіт-модель». У Ризі відбувся чемпіонат світу з бодібілдингу. Полтавка стала першою категорією понад 168 сантиметрів. Загалом участь у цих світових змаганнях брали 35 спортсменок з 10 країн світу. Днями у Черкасах відбувся чемпіонат України з бодібілдингу та фітнесу, повідомляє інтернет-видання «Полтавщина Спорт». У змаганнях брали участь спортсмени з Полтавщини і привезли з турніру 6 нагород різного гатунку. В активі наших атлетів 4 золота, 1 срібло та 1 бронза. Золоті нагороди у представників Кременчука Світлани Гордієнко, Світлани Леонової та 2 перших місця у різних категоріях завоював Сергій Ройко. Срібло в активі Георгія Барсукова з Лубен. Третє місце у своїй категорії посів Олександр Сірен з Семенівського району. Полтава у червоній зоні, проте спортзали ще працюють з дотриманням карантинних вимог. За декілька тижнів до зміни зонування наша знімальна група побувала на тренуванні з тайського боксу. Чим живуть спортсмени у період карантину і про які змагання мріють, розповість Анна Ружін. Тайський бокс – вид бойового мистецтва, що походить з Таїланду. В основі мистецтва лежить ударна техніка, тобто удари руками і ногами. В нашому розділі, в тайському боксі, відлічі, ну, від інших теж є небольші, от, як от в різних єдиноборствах, є відлічі в кожному із направлень. Так само в тайському боксі, він, ну, більш известен тем более своей жестокой работы. То есть это более жесткие удары во всех направлениях. Это удары локтями, удары коленями, удары, ну, так же само кулаками, ногами происходит. То есть это считается бой 8 конечностей. То есть задействуется практически все тело. И, ну, слабо подготовленному спортсмену нужно уделять очень много внимания технике защиты, технике правильности удара для того, чтобы не травмироваться.
Поэтому отличие от других, да, оно есть. В каждом единоборстве есть свое отличие, своя техника, своя база. На час карантину формат тренувань змінився. Коли були жорсткі обмеження, тренувались у форматі онлайн. Ігор займається уже 4 роки, намагається не пропускати жодне тренування. Вибрав цей вид спорту, тому що він добре розвиває, закаляє характер і допомагає становитися сильніше. Займайтесь, тренуйтесь, розвивайтесь, становитесь сильніше, успіх чекає вас. У групі переважно займаються хлопці, але серед спортсменів є і дівчата. Анна зовсім нещодавно доєдналася і з радістю відвідує усі тренування та вчить прийоми. Я очень довольна, что я сюда хожу. Мне нравится наша команда здесь тренироваться. Я довольна, что нас тренирует суперпрофессионал тренер Александр. Вот, я приобретаю новые навыки. Это намного интереснее, чем просто тренироваться в залах. Почему? Потому что ты себя дисциплинируешь, учишь что-то новое, также развиваешь свои способности какие-то в спорте. Ну, это очень увлекает. Олександр займається тренерською діяльністю не один рік, тож за плечима вже є гідні вихованці. Поки є ті, хто зайняли на Полтавській області, зайняли перші місця, також є чемпіони, ті, хто зайняли на відборочних чемпіонатах України. Так что пока небольшие результаты, но они все-таки есть. Будем стремиться к большим результатам, к высшим достижениям. И надеюсь, это в ближайшее время все скоро будет. В зависимости все от карантина, как пойдут турниры, для того, чтобы можно было выставлять своих оппонентов. И также они могли показывать хорошие бои, выигрывать соревнования и продвигаться, так же само выходить на международные турниры. За подальші змагання поки що не говорять, адже наразі їх доля невідома. Все залежить від епідемічної ситуації в країні. Тому дивимося далі, сподіваємося, що будуть проводитися знову турніри, які заплановані по графіку. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал «Центральний». У Вінниці відбувся чемпіонат України з боротьби сумо. Участь у ньому брали спортсмени категорії Ю-12, Ю-14, Ю-16 та Ю-18. Збірна Полтавської області завоювала на цих змаганнях 32 нагороди – 7 золотих, 10 срібних та 15 бронзових медалей. Днями в Івано-Франківську відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2005-2006 років народження, пише Полтавщина Спорт. Чемпіоном зі штовхання ядра став кременчужанин Артем Якимаха. Він метнув ядро на 15 метрів 4 сантиметри. Друге місце у житомирянина Костянтина Шпити, на третьому місці Максим Либодюк з Вінниці. Також золото у бігу на 3000 метрів завоював Владислав Скочко. Він фінішував з часом 9 хвилин 28 секунд і 33 сотих секунди. Друге місце у харків'янина Артема Онищенка, третім став представник Запоріжжя Вадим Пилипчук. Ще дві срібні медалі виборола легкоатлетка з Пирятина Вікторія Козін. У стрибках у довжину Вікторія показала результат 5 метрів 45 сантиметрів. У потрійному стрибку Вікторія також була другою з результатом 11 метрів 91 сантиметр. На цьому у мене все. З вами була Крістіна Брігіда. Дивіться програму «Спорт» вже наступної п'ятниці. Побачимося на телеканалі «Центральний».